Стихи читали, песни пели, варенье варили. Мои коллеги там побывали и чай попили. Фестиваль «Литературное варенье» шагает по Чебоксарам. 5 килограммов яблок, 5 килограммов сахара, 2 стакана воды, мед и корица по вкусу. Такое варенье готовили в семье маленького Сашеньки, которого мы все знаем как Александра Блока. Рецепт решили воспроизвести в Чебоксарах. Основной изюминкой этого варенья – компонент корица. Ну, конечно, корица не того качества, которое была в те годы, но мы надеемся в конечном итоге получить то варенье, которое употреблял непосредственно сам писатель Блок. В таких походных условиях воспроизвести достоверно достаточно сложно, но мы надеемся, что мы приблизимся к оригиналу. Пока варилось варенье по фамильному блоковскому рецепту, гости фестиваля слушали стихи. Хочет маме, чтобы на руки взяла, нежно бы прижала, чтобы любовь свою дала и спокойно встала. Тихо-тихо засыпая, маме улыбнулся. Это есть любовь земная. Для нее проснулся. Учились писать пером, мастерить кукол, своими руками делать украшения. Завтра в сквер Константина Иванова приглашают поклонников Маяковского. В день рождения поэта-революционера там будут читать его стихи. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.